Чем отличаются двери шпон, эмаль, массив от дверей кашпон? Я не говорю сейчас о структуре полотна, наполнении, производителе и так далее, да, там нет. Я говорю о мобильности реставрации. В случае, если шпон царапается, ударяется, бьется и остается какой-то след, вмятина, то здесь единственный способ – это реставрация полотна. Нужно затирать, замазывать, закрашивать, подбирать, там, колеровать и так далее. Ну вот. Также с эмалью и с массивом. Если мы возьмем эко-шпон двери, двери называются царговые. Царговые – это вот эта штучка. Вот. Они на болтах стяжные, они разборные. Поэтому если в случае деталь какая-то царапается, бьется, вы можете приехать к нам в магазин, если вы покупали у нас двери, и мы можем их отремонтировать. Вот. Это стоит дешевле, чем реставрация шпона. Вот. Поэтому приезжайте, если потребуется такая ситуация. Но это отличие дверей кашпона от шпона, тем, что они мобильно разборные.